Приюты – не самое хорошее место для пребывания животных. Конечно, это лучше, чем холодная и голодная улица, но не идет ни в какое сравнение с настоящим домом, где тебя любят и заботятся о тебе. Эта женщина решила завести себе друга и поехала за ним в приют для животных. Там ее взор упал на 11-летнего котика Моджо, в которого она тут же и влюбилась. Она была так рада новому питомцу, что прослушала его историю, которую ей рассказали работники приюта. И только вечером, лежа дома в кровати, женщина начала вспоминать. Как оказалось, Моджо в приют попал не один. Вместе с ним туда приехал и его лучший друг, это 16-летний кот Макс. Почему-то работники приюта перевели его в вольер, который находился в другом крыле приюта. То есть они разлучили лучших друзей. Эта мысль всю ночь не давала женщине покоя. Ранним утром, как только приют открылся, она была уже там, чтобы забрать второго котика. Несмотря на длительное расставание, их дружба не угасла. Котики мгновенно узнали друг друга. Сейчас они снова лучшие друзья и любят все делать вместе. Они даже спят всегда в обнимку, и это безумно мило. Хорошо, что у этой истории такой замечательный финал. Два друга вместе встретят свою старость в теплом доме, окруженные любовью и заботой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.